Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдии. Я, как говорил, решил затестить довольно-таки старенький состав, обычный, который может собрать любой без донат, в принципе. Ну, конечно, если повезет Феникса убить. Но мы попробуем и без Феникса справиться. На крайний случай у нас на подстраховочку будет наш Минорелис, который реально тащит в сборке с Дрогу, Драгу максимальная, правда, и он неуязвим 4 секунды. Это я вам показал. В общем, у нас будет такой вот капитан Дрейк. Все супер питомцами, многие начнут, вот это ж супер питомцы, потому что мы воюем против топов. Вы можете против своих топов собрать по чуть-чуть похуже героев, потестировать. А вот такой вот малыш Ник с пактом, плюс Феникс, на которого вы видите сегодня обзор, просто бомбический урон, дамаг у него тоже перекачал. Плюс Анубис убрать юнита. И у нас как раз сегодня все топы собрались. Ну, у нас понятно, мы по силе не проскочим, но вот как раз начиная с топ-2 и дальше все в одной гильдии. Будем сейчас пробовать их мурыжить. Так, ну я не знаю даже, так, чтобы не слиться, давайте хотя бы протестируем, посмотрим на возможности героев. Драйк 10% выбивает, значит, можно попробовать поставить на него, наверное, истинную веру. Чтобы он заряжал 28. Попробуем либо выживание, даже лучше, наверное, хотя, в принципе, выживание. Что-то хорошо. Просто... Так, сделаем вот такой вот сюрприз. Он у нас собран новым талантиком, с новой чаркой, точнее. Плюс сюда поставим. Я найду, как он там у меня зависло с бардика с ними. Что-то плохо начали ее продавать, кстати. Такс. Поехали. Видите, в такой вариации он уже не добивает здания. То есть, если с пактом он их рушил с одного, все практически, то тут он не добивает. Но тут есть плюс. И плюс в том, что он 2 секунды неуязвим. 48%. Сейчас попробуем с другой стороны забежать. Так, там у нас Лис. Наверное, надо лучше всего со стороны Фрейя забежать. А может и со стороны Лисички нормально будет. Проверим. Процента. Ну, никак не дадут забежать, больше набить. Пробуем со стороны Фрей. Сюда вообще не вариант. Значит, пробуем со стороны Бардика. Не знаю, нафига ему на Барде одушка. По мне это бред. Так, нифига себе Фрея включилась. Прям жесткая, даже не дают набить нам 48%, как набивали. Ладно, пробуем еще. Тут, правда, суперпад такой стоит, который не хилит. Так, тут у нас тотем есть. Хорошо, сделаем. Давайте сделаем интересный другой вариант. То если мы сделаем сборку плюс дрогу. Все-таки поставим сюда уменьшение дамага. Так, поехали. Попробуем.
попробуем такой вариант. Входящий дамаг у нас будет уменьшен плюс жизнь. Как хорошо на Фрейе зависать, кстати. Было бы неплохо еще подкинуть. Так, опять мы идем не туда, куда нам надо. 41%. Так, отлично. 60. Ну вообще супер сборка, как по мне. 69%. 69%, ребят. Это дофига. Так, малыш Ник. Интересно, успеет второй раз ударить или нет. Тоже с истинной верой. Отлично, успел. 73. Ну, такое. Не так уж и много, честно говоря. Что, попробуем резнуть? Или давайте запустим Феникса. Секретного Феникса. Так, Феникс наш улетел. Ну, я думаю, тут нам хватит даже. Должно, по идее, хватить реса. Сейчас, конечно, Анубисом мы, наверное, заагрим. Сейчас будет смешно, если Седну ушатают. Она не включится. Именно так и случилось, как я и говорил. А Минотавра сейчас, наверное, сольют нафиг. Жесть. Давай, Минос. Добивай. Ну, в общем, вот так вот. Весело, конечно. Но видите, блокировка все-таки классная тема. Так, тут у нас есть юниты. Будем пробовать сейчас их убирать. И смотрю, есть стрелок. Это, конечно, плохо. Со стрелком будет посложнее все. Так, Дрейк пошел. Чем плохо со стрелком? Потому что видите, что у нас происходит. У нас здесь герой еще с воодушками. Не вариант. Ну, попробуем такой вариант. Побольше закинуть сразу всех. Конечно, это опасно. Очень, причем 49%. 53%. И у нас Минотавр остался без Дрога. Видите, что происходит. Надо все-таки иметь Дрога. Так, не успели кинуть, но тут по-любому у нас будет слив. Без вариантов, наверное. Да. Вообще без вариантов. Но мы тестируем. В принципе, мы все равно в топе далеко не зайдем. Мне самое интересное посмотреть на Дрейка. Так, кидаем Анубиса. Да, Лис, конечно, очень сильно портачит, когда стоит на дефе. Так, юнитов мы убрали. Ну, надо, кстати, юнитов было еще брать. С юнитами было бы попроще. Мы бы спамили юнитами, то, в принципе, думаю, не было бы таких прям мега-мега проблем. Но это такое. Мы проходим по хардкору. Так, давайте добивайте. Да, все-таки Дрейк с этим лучше выносит. С Дрога он тоже классный. Но с Пактом, я думаю, надо было Пакт все-таки ставить. С Пактом получше будет. Хотя и такой вариант, посмотрите, что делает. Сейчас опять Дрога включится. Вообще без проблем. Без проблем. Надо, конечно, юнитов брать.
Так, тихо, 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 ша. Не сливайте Дрейка мне. Ой, Дрейк сейчас хорошо завис, конечно. 71%. Тоже неплохо. Видите, малышник тоже вроде как бы классно бьет, но немножко не тот дамаг у него. Так, ну что, попробуем. Попробуем резнуть. Хотя шанс, конечно, хреновенький. Не, нормально все. Должно быть все good. Давай, давай, Дрейк. Без проблем. Видите, хороший Дрейк может вынести дофигище. Так, запускаем. Жалко, сегодня новый рекорд не поставим за слива. Но это практика. Смотрите, 54% вообще песня. Был бы он еще дальником, это вообще было бы тема. Че он творит? Такс. Добиваем малышом ником. Кстати, ник тоже классная тема. Ник и дальник, в принципе, в чем плюс, вообще 100%. Просто изи прокатались. 18-720. Что там у них? Ну, там еще никто не бил. Но довольно-таки неплохая связка. Дрейк с малышом ником. Очень даже ничего. Единственное, надо будет в следующий раз попробовать сборку истинную веру с пактом с максимальным дамагом, чтобы он сразу вытаскивал и выносил. Ну и плюс у нас здесь спектр стоит, то есть такая сборка, которая плюс-минус не для БГ, хотя в принципе блокирует героев вражеских, почему не для БГ? Для БГ как раз с блокировочкой работает в принципе неплохо. Можно было бы сюда еще и командорку взять. Ну, командорка, я уже показывал, она выносит дофига. То есть командора плюс Дрейк. Мы даже можем тестануть, поставить сюда командору. Делаем такую сборку командора. Дрейку поставим. Тут уже никакой топ не спасется. Я надеюсь, мы кого-то сейчас встретим. Нифига не могу встретить. А вот даже такая вот сборка. Так, а командору не поставили. Собрали, но не поставили. Вообще красавчики. Я честно не заморачиваюсь. Можно было бы все на всех на 100 пройти. То есть вот вариант с командорой. Я командору просто уже в прошлый раз показывал. Я хотел потестировать Дрейка. Вот вроде казалось бы, да. Прям мега-мега вау. Посмотрите, что командора делает. Единственное, конечно, то, что надо юнита выбирать. Можно Анубиса использовать, ну, можно и не использовать. Вот такой вот вариант. Если тем более нету воодушек. Без проблем все проходится налегке. Либо каким-то другим героем, то есть это не есть проблема. Тем более есть зацепка на барде. Выкидываете еще Дрейка. Все, три героя, которых вам вполне хватит, чтобы пройти. Плюс делаете рез. Вот, смотрите, что малышник творит. Делаете седный рез Дрейка, и все, и база вся против. В общем, вот так вот.
Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.